Убейте враг! Бран был великим владыкой. И ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда Скеллиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах – фигура скорее символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Я Геральт, ведьмак. Бирна, королева Скеллиги. Приятно познакомиться. А теперь ты должен меня простить. Меня зовет Дол. Отличный наряд. Благодарю. Ты ослепительна. Знаешь, мне не хватало тебя и твоей искренности. Я рада, что мы здесь вместе. Пойдем, а то все перепьются. И разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет Крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Ни к чему. Если слабая рука его нет. Правда? А? Что вы привезли на прощальный пир? Знаешь, Геральт, меня занимает один вопрос. Mm-hmm. С чего ты вдруг отрастил бороду? Даже не знаю. Тебе идет. Госпожа Йеннифер, господин. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. Большая честь для меня. Рад встрече. Гостей собирается немало. Каждый хочет проститься с королем и увидеть претендентов на корону. Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место рядом со своей дочерью Эрис. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хьялмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбьорн, сын Хольгера Чернорукого. Это Лугас Синий, первенец Лугаса Безумного. А с сушеной треской сражается Отрик Анхиндер. Похоже, нас посадили с сыновьями ярлов. Керис Анкрайт, дочь ярла Гер. А дочери ярлов ничем не уступают их сыновьям. Вы, наверное, уже поняли, что каждый из них только и мечтает стать преемником Брана. Керис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору наперегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине. А тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово о Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею. Хоть бы ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли ведьмак. Геральт? Я с удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара из пня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнем!
Пришли. Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хьялмара, тот и победил. Я готова. Начинайте, когда я протрублю в рог. Я был впереди всего на волосок. Так не бывает. Есть только победа или проигрыш. Я проиграла. Лучше вернемся на тризну. Давай. Пир-то уже в самом разгаре. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Я проиграла. Ты проиграла ведьмаку, перепелочка. Всякий из нас проиграл бы. Хватит этой болтовни, давай выпьем. Сегодня не выйдет. И у меня на то есть причина, поверьте мне. Так когда же, как не сегодня? Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Мой Готэм погиб как герой. Тебе не стыдно? Стыдно? Что-то узнал по внутренностям зверей. Скажи мне. Позвольте представить Геральта из Ривии, ведьмака. А это Ярлы, Донор Анхинтер и Лукас по прозвищу Безумный. Называть Лугаса безумным – оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлёп. Назови меня еще раз долбошлёпом, и я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и насу в дырку от шеи. Хватит. Время решить спор здесь и сейчас. Вот напугал! Я уж в портки навалил. Смотри, мудло, покалечишься. Я слышал, во время пиров на Скеллиге нельзя обнажать оружие. Я знаю священные обычаи. Но пусть и Лугас знает, что я не позволю опустошать Хиндерсфиаль. Не боюсь я тебя, Донор. Скоро я приплыву, выдеру жриц, напьюсь из твоего кубка и насру тебе на стол. Жди меня! Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим, его императорское величество, к нам на огонек. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией – дело другое. Гляди, какая языкастая! Иди-ка, ведьма, мешать в котле и сводить чири. И не болтай о том, про что не имеешь понятия. Успокойся, Лугас. Ни одна баба не будет учить меня воевать! Я и не собиралась этого делать. Пойдем, Геральт. Думаю, тема для разговора исчерпана. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура.
Ты не говорила, что он нас пригласил. Он не приглашал. Я так понимаю, Мышаура там не будет? Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу. Маску Урабороса. Она нам понадобится. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Урабороса? Разумеется. В свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал. Шаги. Стражники. Спрячемся за гобеленом. Воробей чирикает, скворец свистит. А галка что? Галка галдит. Чиж пищит, журавль курлычет, а павлин вопит. Ястреб клекочет, жаворонок звенит, голубь воркует. Все. Соловья забыл. А, соловей поет. Еще чуть-чуть, и так просто не откроешь. Это еще не все сюрпризы. Видишь, ворон? Магическую ауру. Иди сюда. Мы вылезем через окно и пройдем. Видал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Какое интересное хобби. Особенно для друида. Надо думать, Мышаву очень любит живую природу. Каэр Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Выглядит как живой. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Вода в миске. Это для телепроекции. Посетители разговаривают с отражением Мышавура на поверхности. Ты что? Порезался. Тут заперто. Звери ожили. Берегись, Ян. Давай, монстр. Я чувствую. Они приближаются. Они повсюду. Одни меньше. Одним меньше.
Что происходит? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить все вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр-Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Ну не надо. Ладно. Мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Идем внутрь. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот и мастерская нашего друида. Надо ее обыскать. Мог подумать. Маска Уробороса должна быть здесь. Это женский плод. Меч в камне. Может вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Чудесный мир инсектоидов, палочка Мышавура. Друиды их почти не используют. Череп ребенка? Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Больше не актуально. Похоже, Мышавур кладет что-то в руку этой статуи. Осмотрюсь повнимательнее, может, еще что-нибудь найду. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дяди Мышавуру. Это сделала Цири в детстве. Когда он был ее учителем, она так его называла. Краснолюдский. Тройной выдержки. Предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на Дракаре из ногтей мертвецов. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. Письмо с печатью Мышавура друидам. Он предупреждает их о тебе. Бесстыжая манипуляторша. Трубка. Похоже, Мышавур заказывает себе настоящий табак.